Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о плодах. Последнее, что я хотел бы сказать, такое обобщающее, в Галатах 5.23 написано, что те, у кого есть вот эти все плоды, о которых мы говорили, они не под законом. Смотрите, мы все очень сильно хотим быть людьми благодати, то есть жить в благодати, жить в полной свободе. Но Бог говорит нам через Павла, что если ты хочешь быть человеком благодати, ты должен позволить, чтобы Дух Святой взращивал в тебе свои плоды. Выращивал этот сад, потрясающий сад, на котором будут расти любовь, верность, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание и так далее. Если ты позволяешь Духу Святому вырастить тебе эти плоды, то ты становишься автоматически тем человеком, который живет в благодати. Этому человеку нет нужды быть в каких-то системах. Ты становишься надмирным человеком. Ты становишься тем человеком, который и любую форму примет, и наполнит любую форму, и может жить совершенно без какой-то человеческой формы. Поэтому позволь Богу изменить твою жизнь и руководить тобой. И тогда плоды Духа Святого сделают тебя по-настоящему свободным христианином.